10 школьников на Олимпиаде решили 35 задач. Известно, что был школьник, хотя бы один, решивший одну задачу. Хотя бы один школьник решил ровно две задачи. И был школьник, хотя бы один, решивший ровно три задачи. Докажите, что кто-то решил не менее 5 задач. Если бы так не было, да, то есть ни один школьник не решил, то надо было бы, хотя бы 5 задач. То надо было бы, чтобы... То там максимальное количество задач могло быть... Сейчас. Кто-то решил одну, кто-то две, кто-то три, а все остальные по 4. Это сколько будет? Все остальные по 4. Остальные это сколько человек? Остальные это 7 человек. 7 и каждый по 4 задачи. Это сколько? 4, это получается 28, 26. Все, которые 1, 2, 3. Да. Это получается 34. 34. А 34 меньше, чем 35. Да, на единицу. Поэтому один человек решил... Хотя бы... Хотя нет, бы... почему? 5 или больше? Хотя бы 5 или больше. Ну что, все правильно? Да.